в Москве начали устанавливать инновационные остановки общественного транспорта. Первую остановку уже поставили на Садовом кольце около департамента транспорта. Остановка светлая, с бесплатным Wi-Fi и возможностью зарядить телефон. На остановке очень хорошая и понятная навигация. В реализации концепции новой городской остановки имеется табло, показывающее время прихода транспорта. Используется автомат по продаже билетов с сенсорным экраном. Установлена новая карта с маршрутами, а также карта ближайших точек притяжения. Дизайн остановки и всю навигацию для Москвы делала английская студия Billing Jackson Design. Новые образцы остановки будут с этого года внедряться системно, там, где конструкции остановок уже устарели. Размер данной остановки можно будет подогнать под количество транспорта, которое она обслуживает. В 2016 году на столичных остановках общественного транспорта будет установлено порядка 150 автоматов для торговли билетами. Эти автоматы будут устанавливать на тех остановках, на которых отмечается наибольший пассажиропоток. Возможно, оплата наличными или кредитными картами.